Это будет просто феноменально вкусно. Всем привет! На канале Готовим Вкусно, с вами я, Павел, и сегодня мы будем готовить изумительно вкусный и, в принципе, можно сказать, полезный завтрак для любого школьника во времена учебы и не только. Если вам меньше 10 лет, ставьте на паузу, зовите ваших родителей и говорите: завтра я хочу вот это на завтрак. А мы погнали! Так, тут какая-то ерунда нам мешает, мы ее пока уберем. Итак, из ингредиентов нам понадобится несколько яиц, 70-80-100 мл молока, сгущенное молоко, печеньки песочные, которые легко крошатся, и также небольшое количество молочного шоколада. Приступаем к приготовлению. Разбиваем яйца в емкость и взбиваем до однородной массы. Вот так, буквально там минутка. Добавляем сюда молоко. Еще раз взбиваем. Готово. Добавляем сюда 2-3 столовые ложки сгущенки. Вот так. И размешиваем до однородной массы. Такая вот слегка тягучая консистенция у нас получается. Отлично. Все. В принципе, на этом готово первый этап. Берем желательно толстостенную сковороду, ставим на огонь. Жарить мы это все будем на обычном сливочном масле. Берем какой-нибудь кусочек сливочного масла, который нам не жалко. Вот так. Ждем, пока масло разогреется и растопится. Кстати, почему я говорю, желательно брать толстостенную сковороду? Потому что если у вас вот такая газовая плита, как у меня, а не электрическая или индукционная, которая греет одновременно со всех сторон, когда мы здесь делаем маленький огонь, соответственно, будет работать только центр. И есть такой вариант, что наша яичница может подгореть. Хорошо вот так вот масло прокатываем по бортикам, для того, чтобы ничего не прилипало. Все, масло растаяло. Ставим огонь ниже среднего. Вот так. И нашу яичную массу выпускаем в сковороду. Теперь важный момент. Накрываем это все плотно крышкой и оставляем на медленном огне примерно на 3-4 минутки. Теперь печеньки. Видите, они вот такие. Совершенно легко крошатся. Вот так их на крошку разламываем. Шоколад я взял пористый, можно любой, натереть на терку. Также разламываем его на мелкую фракцию, на шоколадную крошку. Вот так. Не знаю, что-то молочный шоколад мне больше всего здесь в этом блюде понравился. Буквально 3 минутки у нас прошло. Видите, уже верх схватился у массы. Теперь берем толченый шоколад с печенькой, крошкой. И вот так вот его сюда закидываем. Это будет просто феноменально вкусно. Теперь нам его нужно закрыть. Берем вот так лопатку. Опа. И заворачиваем. Немножечко оторвался, но ничего страшного. Накрываем крышкой еще буквально на 2 минуты. Буквально через минутку у нас все готово. Наш живенький омлет мы выкладываем на тарелку. Сверху также посыпаем шоколадом, печенькой. Много родителей запрещают своим детям кушать сладкое, но сладкое утром перед школой — это такой серьезный запас углеводов, который позволит вашему ребенку отлично там, не знаю, поработать на математике, на физике, везде, где будет использоваться мозг. Шоколад утром вообще не страшно, если нету никаких противопоказаний. Такой шикарный, нажористый, но при этом вкусный завтрак. Кстати, очень многие дети почему-то омлет не едят, но хотя яйца — это источник очень ценных белков и витаминов. Запах бомба, ребята. На вкус также. С вами был канал Готовим Вкусно. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, колокольчик,
чтобы всегда в курсе событий. Ссылочка на мой инстаграм будет внизу. А с вами был канал «Готовим вкусно». Пашка, до скорых встреч!